мы хотим рассказать вам интересные факты о Фолайф и узнать, насколько хорошо вы знаете компанию. Готовы? Учредители Фолайф Дэвид и Бьянка Лизенби открыли компанию в 1998 году в крохотном помещении, а коллектив составлял менее 10 человек. Фолайф быстро переросла скромные размеры, и в 2000 году корпоративный офис переехал в город Сэнди, штат Юта. Сегодня в Фолайф работает более 700 человек. Открыто 23 офиса в разных странах мира, а в США трудозанято более 300 служащих. В основном здании Фолайф вы увидите кабинет у руководителей Фолайф, где президент Стив Ту ежедневно принимает важные решения, влияющие на судьбу компании. Стену почета Фолайф. Здесь вы найдете лидеров своих команд среди платиновых и голдов, а также обладателей специальных наград. Склад продукции Фолайф, откуда ежедневно уходят тысячи посылок с заказами. Лаборатории по проверке качества, где продукты разрабатываются и проходят проверку качества. И многое-многое другое. В 2012 году Фолайф отпраздновала открытие нового здания компании. Оно расположено с южной стороны от основного корпоративного офиса и дает дополнительно более 3500 квадратных метров рабочего пространства. В дополнение к магазину Фолайф в этом здании расположились отделы по развитию рынков США и международных рынков. Наша цель – успех во всем мире. Работники фонда Фолайф ежедневно трудятся, чтобы помогать детям, семьям и общинам на 6 континентах мира. Маркетинговый отдел Фолайф соединяется с вами во время мероприятий, а также посредством Фейсбука, Ютуба, веб-сайтов, саммита, через видео и другими средствами. А теперь проверим, как вы знаете нашу компанию. Смотрите и слушайте вопросы и не стесняйтесь отвечать вслух. В какой стране открылся первый зарубежный офис Фолайф? Новая Зеландия. На скольких континентах фонд Фолайф поддерживает проекты? На 6 континентах. Назовите тему первой конвенции Фолайф. Достичь вершины. Кто первым достиг ранга платиновый International Diamond? Рэй и Барбара Мюра в марте 2004 года. В какой очередности появились эти продукты? Посылок в день отгружаются со склада Фолайф в дни автозаказов. Кто этот руководитель Фолайф? Стив Ту, президент и главный исполнительный директор. В среднем сколько человек становится дистрибьюторами Фолайф каждый месяц? Тысяч.
Какой продукт For Life был распродан всего за несколько часов после его объявления? For Life Transfer Factor Renuva. Расшифруйте название этого продукта For Life. Energy Go Sticks. Правда или вымысел? У For Life есть частный парк только для работников компании. Правда. Какой символ присутствует в логотипе For Life? Когда основана компания For Life? В 1998 году. Цвет дорожки, по которой VIP-дистрибьюторы заходят в For Life. Красный. В чьем кабинете стоят эти предметы? В кабинете учредителя компании Бьянки Лизанби. Расставьте значки в правильном порядке. Назовите единственного руководителя For Life, говорящего на испанском языке. Это старший директор по операциям Дэнни Ли. Поездками в какие места насладились дистрибьюторы For Life? Мексика, Бали, Африка, Гавайи. Они побывали везде. В каких из указанных штатов For Life проводила международные конвенции? Флорида, Пенсильвания, Нью-Йорк, Юта. Пенсильвания, Флорида, Юта. Из какой страны приезжает группа, поющая на конвенциях? Группа For Life Freedom Singers. Из Германии. Вы лайкаете нас на Фейсбуке? Выплатила дистрибьюторов свыше какой суммы долларов? For Life выплатила более миллиарда долларов. Заказы обычно отправляются со склада в течение одной недели, одного дня или одного часа? В течение одного часа. В
2014 году лаборатория For Life произвела 45 тысяч бутылок этого продукта в цехе по производству жидкостей. Это Aloe Vera. Благодарим за внимание!